Два просторных зала, 26 окон приема и выдачи документов. В новом отделении МФЦ очередей точно не будет. Теперь сюда смогут обращаться жители всего Красноглинского района Самары, чтобы получить весь спектр государственных услуг. И ННН получить свой налоговый, тоже благодаря паспорту только. Дальше паспорт российский может поменять. Может, мамам пособия детские. Дальше материнский сертификат принимаем. То есть распоряжение, выдача 20 тысяч сейчас и сам сертификат выдачи. Налоговая служба, вся регистрация, которая непосредственно сдается в регистрационную палату, которая находится на Сергея Лозо, здесь тоже можно оформить все это. Новое отделение МФЦ стало вторым по величине многофункциональным центром. До конца года в Самаре откроются 6 новых отделений МФЦ, в дополнение к уже имеющимся двум. Таким образом, общее количество окон обслуживания населения составит больше 200. Это позволит обеспечить шаговую доступность государственных услуг для жителей всех районов города. Мы фактически заканчиваем формирование сети МФЦ на территории региона. У нас кроме 50 больших крупных центров работают еще 288 филиалов центров многофункциональных услуг. И практически мы выполняем в этом году указ, майский указ президента страны о доступности для 90% граждан оказания муниципальных и государственных услуг. И то, что в кратчайшие сроки построен такой замечательный центр, который является составной частью инфраструктуры района, тоже очень замечательно. Здесь уютно, здесь красиво, здесь комфортно, хочется работать и, наверное, хочется получать услуги. Мы на этом не останавливаемся. Количество услуг, я думаю, будет наращиваться. Эта форма работы будет развиваться. Появляются такие объекты, появляются рабочие места, опять же, для наших жителей. Наши жители могут сюда прийти и получить свидетельство на собственность и там кучу еще всяких услуг. Это всегда удобно, приятно. Все новые отделения МФЦ откроются до конца декабря. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.